ребят, с вами я, Чижова Милена, и сегодня я решила заснять такой небольшой вложик, ну, постараюсь, небольшой, вот, и поговорить с вами о некоторых вещах, ну, о которых я бы хотела с вами поговорить. А начнем с того, что, думаю, про видеофан. В итоге все-таки я решила, что я не иду на видеофан. Я не хочу, мне там делать особо нечего, меня смущают некоторые личности, которые там будут, и нет, это не та девушка, которую вы подумали, там есть еще парочку, и поэтому мне как-то там делать нечего, мне неинтересно. Да, я купила билет, да, я заплатила за него 1500, и чтобы он просто не пропадал, жалко, конечно, но я решила разыграть его вам, моим дорогим зрителям, у кого по какой-то причине не получается купить билет, либо еще какие-то проблемы, то, я думаю, если вы выиграете билет, вы очень обрадуетесь, и у вас будет возможность пойти на видеофан, потому что вам, думаю, это очень интересно. Так вот, правила довольно-таки простые, от вас почти ничего не требуется, просто быть подписанным на мой инстаграм, твиттер, ютуб, поставить палец вверх этому видео и отписаться здесь в комментариях, то, что вы все сделали. Вот, и не врать, я буду проверять, главное, подписка твиттер, инстаграм и ютуб, вот. И потом я просто случайным образом выбираю комментарий через специальную программу. Все, я это сниму на видео, обязательно выложу, чтобы вы не думали, что я обманываю или что никто не получит приз и тому подобное. У меня есть билет, потому что я его покупала, мне нет смысла сейчас врать, что я его разыгрываю, потому что, ну, просто зачем? Вот, поэтому оставляйте комментарии, можно просто написать «участвую», там типа «спасибо за конкурс», просто чтобы как бы программа могла выбрать ваш комментарий и обязательно выполнить условия. Потому что, опять же, видео я выложу, скорее всего, с победителями в Твиттер или в Инстаграм, потому что мне так удобнее, чтобы не заливать отдельное видео о выборе победителей на Ютуб, ну, потому что это несерьезно, ребят, вот, потому что это не такой прям значительный конкурс, поэтому ищите потом в Твиттере или в Инстаграме, поэтому и подписывайтесь туда. Вот, и в основном все новости выходят там, я часто выкладываю всякие фотографии, всякие видяшки в Инстаграм, сейчас нормально пытаюсь вести Твиттер, так что я думаю, вам должно понравиться, потому что я стараюсь. Также сегодня, в принципе, не особо насыщенный день, то есть сейчас я просто дома, дожидаюсь, пока брат вернется из школы, потом я еду на тренировку, там потренируюсь, не знаю, засниму вам чем-нибудь или нет, но я постараюсь, оттуда я, наверное, в Мак, потому что я безумно голодная. Ну вот, но покушаю после тренировки, чтобы сейчас особо не наедаться перед тренингом, вот, и куплю что-нибудь из Мака, пойду домой, и опять же, если произойдет что-нибудь такое интересное, классное и прям вообще пипец взрывное, то я вам обязательно, конечно, расскажу, я вам покажу, вот, не знаю, если вам что-то интересно, спрашивайте в комментариях, я обо всем расскажу, обо всем отвечу. Так что вот так вот. Кстати, возможно, скоро в Перископе я проведу трансляцию. Кстати, да, для тех, кто хочет быть в курсе моих трансляций, подписывайтесь на Перископ. Я в описании оставлю ссылочку, и вам будут приходить уведомления, когда у меня будут какие-то трансляции. Скоро я хочу запустить трансляцию. Я обязательно во всех соцсетях вас об этом оповещу, чтобы вы не пропустили, если что. Вот, и в трансляции буду отвечать на все ваши вопросы, нормальные вопросы, вот, тоже о чем-нибудь расскажу, то есть придумаю такой некий сценарий, чтобы вам было интересно, чтобы не просто сидеть вот так вот, как многие в Перископе, и просто снимать какую-то хрень долбанную, я хочу реально нормальную полезную трансляцию, чтобы всем было интересно, пускай зрителей будет даже немного, но самое главное, чтобы вам нравилось, чтобы вы узнали что-то новенькое, чтобы вы были заинтересованы, так что вот как-то так. Ну, а думаю, что я уже очень много болтаю. Кстати, вот Риана спит, правда, но сейчас вам ее покажу. Она растет. Ой, на самом деле, в прошлом видео она выпендривалась, она очень добренькая, не всегда кусается, да, Риан? Вот. Очень сладкая моя пухеньку. Люблю Риану. Милейшее создание просто. Ух, вот, и ей через пару дней уже будет 4 месяца, 15 октября ей будет 4 месяца, вот, это котенок 4-месячный, гляньте, вот, так что как-то так. Короче, я вышла на улицу, потому что мне что-то пришло на почту, какая-то посылка, это либо то, что я из магазина заказывала, либо на обзор что-то, либо вы мне что-то прислали, вот, я сейчас иду смотреть, и на улице, о, просто дубак, очень холодно, руки мерзнут, долго снимать невозможно. И как только я
Получу посылку, приду домой, распакую, я вам все покажу. В общем, ребятки, большая посылка, которая мне пришла, это, как и подразумевала, одежда. Заказ из одного крутого магазина. Здесь, конечно, одежды немного, есть также и обувь. Кстати, есть одни кидуши с вот такими вот крылышками, что очень классно. Я думаю, что я сейчас вам все показывать не буду, потому что тогда мне будет нечего показывать в холле, а я собиралась снять холл. В него войдут все эти вещи, и также вещи, которые я, в принципе, покупала за эту осень. Вот, что я успела купить. А во второй посылке я вот уже не сдержалась, распаковала. В общем, ребятки, здесь оказались линзы, что очень-очень классно. Смотрите, кто пришел? Кто пришел? Да, мяу. Блин, это вообще очень-очень классно. Линзы с сайта Special Lens пришли мне как подарок на день рождения. И просто супер. Спасибо огромное сайту. Я думаю, если интересно, то я обязательно сниму ревью, потому что у меня осталось всего две пары линз. Поэтому я думаю, это просто обалденно круто. Спасибо. Риана? Открыватель посылок великий. Тебе нравится, Риан? Серых линз у меня не было, так что класс. И вот, гляньте, какие они. Вот такие серенькие линзы. И, кстати, давайте я вам сразу первую покажу, коричневые. Вот так выглядят они. Следующую вскрываем упаковочку. Блин, как они запаковывали, мне интересно. Там что-то Риана копается, она грызет коробку нормально. Вы видите, нет? Не знаю. Так, эта линза у нас тоже серый. Я надеюсь, вам видно, что здесь Китти. А не что-либо еще. Вам же видно? Классненько. Теперь у меня есть куча новых линз. А то я все с одними любимчиками хожу. То карие, то мои голубые. То карие, то голубые. А тут хоть серых у меня, кстати, вообще не было. Вот. Глянем. Так, это у нас серо-карие. Я вообще таких не видела. Смотрите, они как бы серые, но с карими штучками. Вот, не знаю, видно, нет? Вот. И последняя пара. Сейчас я вам покажу. Они красные, обалдеть. Вот красных линз у меня тоже не было. Это, наверное, я их использую для какого-нибудь косплея или для какого-нибудь образа для Хэллоуина, ну, вот что-нибудь подобное, потому что красные пригодятся. Еще я хотела косплеить волчицу из аниме «Волчица и пряности». Если кто знает, я раньше просто была диким задротом по аниме, и я очень люблю такие аниме, как, сейчас скажу, «Волчица и пряности». И второе, Розарио плюс вампир. Давайте лучше так. Тройка моих любимых аниме — это Торадора. Это просто... Я всегда хотела Айсаку Тайгу косплеить, потому что, во-первых, у меня точно такой же рост, и я прям идеально подхожу. Карие глаза даже просто... Ну, я не знаю. Потом хотела Хора из «Волчицы и пряности». И также я люблю подручные бездарные Луизы, потому что там главная героиня очень похожа на Айсаку Тайгу. Ну, я думаю, что те, кто не смотрели аниме или именно эти аниме, меня сейчас вообще не поняли. Но, в общем-то, да, косплеер во мне живет, спит. Я еще... Вот, еще я очень хочу... Ну, это, правда, не относится к аниме, но все равно очень хочу сделать косплей на Гаечку, на мышку из Чип и Дейл. Но я не знаю, где купить костюм. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. Или если тут есть люди, которые увлекаются шитьем костюмов для косплеев, то, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста. Я обязательно расскажу потом своим зрителям, кто же я такие прекрасные костюмы, сделаю классный косплей, у меня опять же будут новые фотки, новые видео. И к Хэллоуину хоть что-нибудь я сниму. Вот, поэтому...
Вот, жду комментариев. Ну так вот, сейчас вам покажу последнюю пару, которая красная. Почему я начала говорить вообще о Хоро из «Волчицы и пряности»? Потому что у нее красные глаза. Я всегда хотела делать косплей и уже хотела заказать костюм, но мне не хватало одного красных линз. А заказывать их просто так для одного косплея не хотела. И здесь, гляньте, ну чисто красные. Прекрасно видно, вот. Так что так, и сейчас я думаю, я уже, наверное, попробую какие-нибудь линзочки серые, потому что серых я еще ни разу не надевала, красный, конечно, тоже, но я же не пойду с красными глазами на тренировку, так что вот. Вот такая посылочка, спасибо сайту Special Lens, я в описании напишу этот сайт, давно я как-то на нем была, хотела заказать. И вот все никак, а тут мне сделали такой подарочек. Спасибо огромное, мне прям безумно приятно. Прям, знаете, подарки на днюшку продолжаются. Вот, и скоро будет и хол с одеждой, и хол с обновленными линзами. Так что теперь много видосов впереди. Вот. В общем, я уже пришла на тренировку. Очень устала, подниматься на 6-й этаж с огромными ступеньками тяжело. Это женская раздевалка, но я думаю, вы ее уже видели в моих влогах. Я вот в таких линзах надела, короче, не скити, а которые, помните, были серые с коричневыми вкраплениями. Они очень красивые. Вот, мне безумно нравятся, реально необычные. Теперь, наверное, будут тоже одни из самых любимых, потому что похожи на голубые, но при этом вроде бы и карие. То есть, класс. Сейчас покажу, как я выгляжу. Вся утепленная, потому что холодно безумно. Вот. Сейчас жду своего времени, потому что у меня тренировка в 6. Я пришла чуть раньше, как раз пока согреюсь, покушаю сладости, которые у меня были с собой, и потом на тренировку. Как-то так. Давай вы что-нибудь скажете. Что сказать? Секунду. Секунду. Я сначала запишу. Я вообще должна была тренировку снимать, но да ладно. А ты хочешь влог снять? Я уже сняла. Осталось вот закончить. Нет. Короче, тренинг закончился, вам тут хотят приветик передавать. Привет. Расскажи что-нибудь. Милена крутая. Милена мне угрожает и хочет, чтобы я говорила что-то на камеру. Может меня врезать. Скажи что-нибудь. Ты супер. Ты приперлась. Ну нет, зачем я? Просто для влога. Ни хрена себе, что за камера такая. Охренеть. Вот у тебя нарс. Еба. Это влог, я записала. Кто? Короче, блог. Короче, что-нибудь, все пойдет на канал. Там все пойдет на канал, да? Ты даже ничего не обрежешь, ничего не исправишь? Нет. У меня классные наушники, смотрите, какие черно-белые плоские. Реклама. Я занимаюсь у Вовы целый год, Милену знаю примерно столько же. Она классно танцует и должна стараться еще больше. Это специально пойдет на канал, чтобы она сильнее старалась. А вы должны за это запалить. Тренер супер. Дорогие подписчики Милены, я приветствую вас от имени Милены, себя, Трикс Фэмили. Танцуйте, живите, радуйтесь, улыбайтесь и ловите настроение. Смотрите Милену. Хейтеры ее тоже. Привет вам, дебилы. Ладно, давайте, чуваки. Давай я дальше тебе выиграю. Или наоборот, да? Женя, иди сюда. Нет, только, пожалуйста, не снимай. Она уже снимает. Она уже снимает. Это было последнее видео Милены. Все, попрощайтесь. Я не хотела тебя задеть. Однако ты сломала ей нос. Я и говорю, не хотела задеть. Твое последнее видео. Я тебя предупреждаю. Ты запачкал мою камеру. Запачкал мою камеру. Вот ты в свой нос стыкни, ты еще там. Слышь ты, я снимаю влог, поэтому мне нужно... Слышь, Милена сказала, слышь. Плохая девочка. Над бабушкой я... издевается там. Это не я сказать. В том влоге, помнишь, Милена? Вот нас так все весело. Ты запачкал мне камеру, вообще охренел. Год назад я сидел на скамейке в общественном парке, на Гукбэхом и Барке, думал, как из Англии выйти пешкую даму, кверху иерархии, а все это на камеру. Милена, иди отсюда. Я еще не набрала, вот теперь. Вот теперь? Давай, блин, скажи что-нибудь. Да? Такая смешная. Что я могу сказать? Милена, это твой последний экран здесь, и я не думала, что это настолько дальше. Я его открыла.
Дима, ты же будешь Жеку провожать? А? Сделаю. Жеку будешь провожать? Смотри, сколько провожали. Ты не будешь? А что ты хочешь? А, ой, я думал, что ты пускаешься. Это Женя. Иди. На самом деле, мы просто лучшие друзья. Лучшие друзья. Шутка. Значит, мы не лучшие друзья. Все встанет меня. Ты больше не моя лучшая подруга. Ты! Это было видно? Да. Там сам себе... Ой, нифига себе, я вот так вот далеко сижу. Потом квадратиками это, знаешь, как цензура. Я так не умею еще. О, ваша мама! Или ты? Пи-пи-пи! На меня так видно, в принципе. Плющево чуть-чуть. Вот так с краешку, но видно вообще. Что, реально видно так? Короче, пока все собираются, мы ждем. Офигеть. Ну, что вообще, вникать. Тогда нам. Монашки. Ой, чуть не упала. 6 этажей. И так каждый раз. Сдохнуть. Чё ты ржёшь? Вообще. Смотрите, пёсик. Ты, эй, посмотри. Камеру. Ещё одна собачка. Эй, пёсик. Да, верно, смотри. Ну, а что? Маша, что мне? Пёсики! Я уж подумала, её прижмёт. Елена с ними надо на видео. Но я бы не успела. Надо взять. В общем, ребята, я пришла домой. Вот. Больше ничего интересного не будет. И, наверное, это не супер круто. Вот, я надеюсь, что вам понравился влог. Если так, то ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!